Ну что, игра вот пройдет, там DLC. Перетерпеть главное. Что перетерпеть? Сегмент с загадками. Может, ты сам его хочешь сделать заодно? Кого? Сам его и сделаешь заодно, да? Кого? Сегмент с загадками. А, да. Можно в кооперативе? Нет. Ну, блин. Если можно, ну, можно. Чувак в шлеме лежит капельницей. И вновь дети ядра жаждут изменить неизбежное. Им неведома истина, тщетность действий. Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Все будет поглощено. Это хорошо и правильно. Дети не понимают, думают, что их жизни чего-то стоят. Дети не правы. Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Мы несем мир, равенство, тишину. В наших руках все едины. Дети противятся неизбежному, сражаются в бою, в котором уже известен победитель. Их жалкое сопротивление уже не играет никакой роли. Сколько бы раз они ни восстали, они проиграют. Их время ушло. Что за доктор Октопус? Мы поглотим все. Хорош. Ты хорош. Дистанция у тебя будет здоров, конечно. Бандай Намко готовит коллекцию ремастеров Soul Calibur. Охо-хо. Блин, такой, ну не. Туби нет в других частях, значит не нужно мне. Ну почему? Ну почему не нужно? Я всегда хотел поиграть в старые Soul Calibur. Они ничем не отличаются особо. Мне просто любопытно.
отличное начало босс-файта, где тебе сразу шотает за секунду в начале файта. Это одна из фаз. Ебать. Штука. А чем себя пробивать-то в вторую фазу? Мысли пазу заново. Нормальный босс. Это он на обычном только с ума сходит.
пиздец. Экспириенс показать. Босс сделал. Мы с ним в равных условиях, я считаю. Да, да. Я по защите проседаю на две стрелки. Так прокачайся. Где ты? Менталочка. Ой, это так, это просто прелюдия. Это как к деду Исину прелюдия. Бабаёбич. Перед боссами. Ну да, спасибо, что бежать не надо. Заёб. А, ещё не скипнуть. Что это такое? Мои глаза. Проблема.
надо, да? Когда шмотку, блядь, прикачал, но урон, блядь, что у тебя так по пизде все пошло, это что, не влюбляй. Хотя, да, учитывая, что в пушке плюс 15, у меня плюс 10. Классика. Равномерно качаю один такой. Ну блин, у меня это, где фармить ресурс? Я, блядь. Да чё, бролики тут не помогут, как бы. Мой бог. Кольчик. Без огня я бы пососу. Что? У тебя и несколько стрелок. Эй, блядь, твори человек, качай равномерно. Он, блядь, такой, ну, пизду надо. Погоди, а че? А, глаз буря плюс 8, понятно, блядь. Ты же понимаешь, что оружие босса, оно максимум плюс 10? 8 это как ты считаешь? 16 выходит, 16. Ну да. Ну ладно, сейчас пойду. Ай, просто, да. Ну, блядь. Слушай, этот. Так я откуда задумал плюс 20, как обычно, с этого оружия босса? Потому что это оружие босса? Dark Souls напомнить? Нет, там такого никогда не было, да? Ни в каком виде, блядь. Что оружие боссов слабее по уровню, да, там? На плане то, что там плюс 5, плюс 10 максимум, да? Не было такого. Ну ладно, ладно, обосрался. Как обычно. Я просто хотел как лучше. Я хотел ебать. Ебут тебя. Нужны вещички? Нужны вещички, да. Че там пока надо хотя бы для... Что-то нужно? У меня лома нету. Печать. Оцинкованная, ну надо бы. Пока. Что нужно для оцинкованного? Бродяга,
До встречи. Иди уже. Тум-тум-тум. Что тебе нужно? Береги себя. Я не знаю, надо... Да хрен ты тебе. 22 очка таланта не вкачанных, понимаю. Давай скажи, что качать нечего, да? Лом? 20%. Лома реально не хватает. Ну реально не хватает. Если оружие вкачивать, блядь, все подряд, конечно. Ну, мне было любопытно просто, что как играется. Ну... Ладно. Сейчас ресурсы мне нужны. А лом-то ладно. Можем погриндить, можешь создать пустыню на высоком. Можешь создать людей. Настройки мира? Или... Не пустыня, а это болото. Режим... Нахуя не настройки мира. Создать новые приключения. Ну вот, болото выбирай. Не болото этим. На кошмаре? Нахуй в кошмаре ебанулся. Соком. Как в него войти? Чай, пришлюсь. Видишь, активно. Сейчас оно будет. И костры, как бы. Перемещение на него. Болото. Выйди, блядь. Кристалла. Тебя игра зависит, так не получится зайти мне на главное меню выйти. Что главное меню выйти? У тебя чё, кого? Как ты так заходишь? А, ну видишь? Ты покинул игру. Че погоди, че я там требовала, я не успел прочитать. Это сетевая игра требовала загружаемых компонентных, которые отсутствуют или не привязаны к текущему профилю. А, блять. А как мы играли до этого? Из-за того, что у Александра есть это DLC, ебаная, заживать. Бред какой-то, блядь, не понимаю. Ну ладно, давай я к тебе подключусь, какая разница. У меня нет болот, блядь. Видимо, по сюжету открывается. Почему так, нахуй? Слишком уёбищно и тупо. А, хотя да, опять же, наверное, из-за болот меня и не пускает, сука, в том числе. Это слишком тупо.
полная залюпа. Хотел болота побегать там. Ёбище ёбнуть одного. А почему я... так, нахуй? Ну, не знаю, иди еще за гринды. Почему так нахуй? Талант падения бы ресурсов я бы вкачал. Да, вот это там. Боже, это еще что? Отвратительная оптимизация на болотах, я так скажу. Вроде бы очень такое. Справилась. Вся игра нормально идет. Thank you.
кстати, надо бабас. Я там хотел одного босса еще. Нелегко было. Да блять, куда я, блядь? Ебаный, куда я? Ты что, он не отбегает? Да ладно, как бы хрен с ним, мне... Отнимает бонус по видимым точкам, но дает шанс крита. Как-то, по-моему, в лесу лучшие ресурсы дропались. Лес и болото, блядь. А выживание что такое? Там или... типа рогалик. Типа ты голый спавнишься, ищешь тебе ресурсы, собираешь билд из того, что нашел.
Я думаю, может, сейчас будет экспродажа 16-го, если будет на него скидка. Хочешь, Александр, купить там? Потом 60 будет стоить. Бегай. Я просто, оно, типа, в рублях там рублей 300 с чем-то стоило, как бы, а? Типа за 60, за 100, ну, как бы, окей. Забавно, у меня тут дерево заспавнилось, которое выгонять нужно. Или наоборот, уничтожить? Уничтожить, так уничтожить. Дело. Оцинковка даже падает.
на берег снайпера. Кстати, помните, говорил, что он... бесполезный или что, блядь, там? Кто, я? Берег снайпера говно, что-то такое, помню. Я не говорил так. Я наоборот его хвалил. Дунге, а вот в Дунге, да, можно им пофармить там. Если это. Лучник, да? Да я не попадаю по вам! У тебя оружие не для тебя. Медленным темпом стрельбы. О, сука, донжит, 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 донжит. Эти, доджер. Доджер, блядь. Эти, доджеры, поджогеры, рофлеры, варзонеры, заебали. Ну я хочу метко стрелять, ты понимаешь, я пытаюсь. Ну, видно, что я учусь. Как-то. Первый шаг это нормальную мышку и сенсу снизить. А мышку, типа, обязательно за 5к покупать? Потому что нереально не... Ну, знаешь, в мышках есть такая вещь, как сенсор, блядь. И он немножко, ну, важен. Вряд ли Вадим еще когда-нибудь сорвет сенсор в принципе, блядь.
Пидорас! Ты не такой, я. Ну он рогатый, а ты нет. Как ты знаешь. Уже нет рогов. У меня цинковки уже. Тридцать три. Ладно, по-моему, еще мне еще вам нужен.
Один поджокер, рофлер. Даже на кольцо, ни кольца нет, повышенный дроп лома. Это база. Его нет? Кольца на повышенный дроп лома. А, да? Так уверенно говоришь, как будто знаешь. Ну, мы... Мы столько всего нашли, но это не нашли. Столько всего? Там еще этих колец, блядь, мне кажется, как говна. Ну чё, ну в принципе все, наверное, видели, да? Наивный, наивный. Сколько я помню, по-моему, есть только это прямо лет на трёхлом не получил. О, там какая-то фиолетовая штука. Вы можете... А, ясно. Он еще не всегда дропается, не заебись. Там чуть не просто лом нужен, тяжелый, да. Ой, там оцинкованное железо. Да. Нелегко было. Грозовой амулет какой-то. Повышает урон от электричества.
Папа позвонил с работы, чтобы сказать, что дезгады хуенят. Ну, я ставлю. Ну, там, в охране сидит там на этом шлюзовом предприятии и говорит, дезган охуенен. Да, такие вещи. Эмиль тоже очки такой надел, откинулся, такой, бля, пацаны, дезган, бля, ахуя. Да. Говорил, дезган охуенен, Ну, он хотел это, типа, на работу взять. А, да? Ну, ты такой, ты слышишь, ты не борзей, как бы. На работу мы хотим взять. Мне жалко. А, с пацанами, так и смотри, о, вообще будет. Да-да. Окей. Вот ты договорил.
тупо кринж. Че на этот раз? Типа, ну, типа... дай мне что-нибудь еще, типа, установи там... Dark Souls, например, твой. Не Bloodborne сразу. Я говорю, ты не справишься с таймингами. Он такой, да я же в Vagrant Story играл. Я такой, а, да, ну, наверное, одинаковые игры. Нихуя, чё, пошаговый стиль, сорослайк, ну да. Я же в школу ходил, что мне там, Dark Souls. А тот ещё, позиционный тактику. Да. Странная логика, конечно, немного. Ну, Калисто протокол ему можно, конечно, еще скачать. Его же оптимизировали как раз таки. Верно. Заявил Визин, второй вот он не проходил, у него лагало. Такой типа... Это, говорю, ну, всеми семейку раздай. Типа... Ах. Вот это вот, типа, вот такой... А, так, ну чё, Вадим? Может, скоро выселяться из Стима, в принципе? В смысле, выселяться? То есть у него там выходные будут полноценные? Ну, я ему говорю, просто ты заходишь в игру, в интернет отключаешь, и всё. Чё пусть заходит? Я как делаю? То есть он заходит в игру, интернет вырубает, и я могу спокойно... Да, это забыл. А если бы такой хуйни не было, я повесился бы, на. Давай просто пиратские лекции, в принципе. Ну да, но с резиком там дуново как бы. Ну да, резик понятно. Это же такое начнется, когда резик релизнется. В грудь бить. Да я в 2005-м играл. В то время, пока ты смотрел. Так он Atomic не прощал еще? Ну, Atomic нет, он такой, типа... Days Gone, Atomic есть у него, а ему... А да, сейчас 10 дней все пройдет. За спидранит. Не знаю. Да блин, сосредоточенность все потерял. Да не ебите. Ведь я ему даже рутрекером научил пользоваться. Берешь там в Яндексе название игры, вставляешь. Такой. Главное, чтобы он не начал PS4 версию, PS5 скачивать. Да, я бы кринжанул, конечно. Юнаков заспавнялся, кстати, аж черри будет босс. Юнаков, кстати, приключения кого-то вообще никогда не спавнятся. Рандом фейонный был. Эти лучники ебошат прям, сука. А кто? А. По КД не останавливается.
Тупые песики. Так, главное про War Thunder молчать, потому что что-то он мне об этом не сказал. Ну ладно, видимо... Ты кому нужен War Thunder? Ну нихера себе, он там уже играет 5 лет или сколько. Ну я не видел, когда тут на горизонте столько синглов игр. А, ну типа да, но... У, типа у. А, у меня, кстати, через заспавнился. В общем, бить. Я не знаю, я не помню по сюжету вообще. Ты же не убивал такой треугольный летающий с хуйню? Нет. Пустыня? Нет. А... Да вот. Заходить, да? Да. Можно и короля так и быть. У-у-у! Да я не хочу, чтобы этот чизел, короче. Заходи, заходи. Сам костер нормально? Или ты трехтелся? Просто не трогал костер. Где? А, все нормально, да. Логово незрячего, я такое не помню. Ты там сам как-то справишься, так, знаешь, через папа отстреливают. Когда горение накладывается на меня. Встаю. Где он?
как бы, как сказать, не могу не особо ехать, потому что он сам огнем плюется. Что там коцает потихоньку? Патронов-то нет, ладно, ящик. В смысле анимация прервалась? Пипец. Ящик с патронами не рекает. Только на меня не агрится, а Вэлс, как третья сторона стоит. Почему ящик с патронами не регается? Точно, целиком анимация подождать. Так я, она проходит, но патроны не прибавляются. Расходник тратится, а патроны не прибавляются. Пиздец. А, во-во-во. Ты патрон. В смысле, я подбираю патроны, они мне не даются. Сопью. Причем? На гвоздь такой кек. Аж какой-то кольцо надел, патроны не дает. Ебал он такой. Нет, так пистолета прибавляется. Ну так, в основном только красные прибавляют в курсе. Ну да. Блять. Куда ты? Патроны, которые ты собирал, они мне. А, даже теперь к пистолету не собирается. Ну ладно. О, справилась. Не знаю, что за херня, но у меня стоит баланс запасливости оберег снайпера. Короче, по-моему, этот призывную хуйню дают. Черепок призывной питомец. Ух ты, это здорово. Ну, босс веселый, я больше кринжевал с того, что у меня патроны не прибавлялись. Давай его камень попробуем. Спасибо, что восполнил.
Отлично, у меня с этим врагом проблемы. После балом. Там жирнич. Тебе не даст. Не, я, короче, баг словил. Я побираю патроны, они не суммируются. Это особенность компании. Игнай. Да, не такая неплохая особенность, даже расходник. Что такое чисто, как будто они мне прилетают почему-то, не знаю. Ну, давай, типа, постреб... Если найду красные патроны, там, чтоб у тебя было неполное. Затестим. Я как бы типа тренером крутил только себе пушки, по сути, я не знаю почему. То есть я не трогал ничего на перезарядку и патроны. Что у меня нет начальных заставок. Вот именно, я не хочу, блядь, тратить вот это на 30 секунд. Я лучше залезу, блядь, папку с игой, удалю их за 30 секунд. Никогда больше не видеть. Если они скипаются, нет, если нет, давай. Я, бля, я просто ненавижу это говно, тем более если игра такая, типа, которой часто заходишь, много времени проводишь, то есть отвратить.
Да, я вообще пиздец. Всегда бесило. Наверное, одна из таких игр, где я помню, они так конкретно, вот когда он с первой, наверное. Какие-то основные. Конечно, на многих репаках их удаляли в том числе. Вместе с другими роликами, блять, причем. Баг. Это я правильно иду. Эти боебобан. А на мне коррозия висит. Не пизда. Моя работа. Нахрена ты мне еще бродю порезал? Если я еще фуллстак тебе накопить успел? Ну да, ты мне фуллстак повесил. Коррозия. Нормально. Ну нормально. Габнял таких нет шансов. Я еще думаю, откуда у меня коррозия? Еще и мне тоже повешу. Да, не пойдет. Сейчас побежал. Откинулся.
Коррозия. Облучение. Молодец, спасибо. А, или это просто коррозия? Не... А, если она убавляется, это не полный эффект? А, тебе полный повесить, сейчас повешу. Не надо, просто подумал, что у меня постепенно спадает. Ну ты же понимаешь, что я умру. А, ну да, облучение с коррозией, зашибись. Ты воняешь, это вообще. Да, теперь еще кровотечения не хватает. Ну, валет пока нет, что ты исправить. О, какая-то фиолетка, подожди. Кольцо принуждения. Серега прощает скорость движения на 20, скорость на 15. Дизня воина 10. Ну, вообще прикольно звучит. Этого голема активировать, хорошо. У Вуда есть все, что нужно. Так, да, нам куда? Там, да, там. И налево, наверное. Кольца спиздил. Это был лом. Мне камень гравитации просто дали. Ну да, 540 лома. А, у тебе дали? Мне дали 5. Ладно. Это хуйня какая-то.
Куча врагов вокруг, уран повышает. Пойми, куда идти. Еще постоящих меня потерять потом. Нет, нет, я решил переодеться. Чтоб проще было. Салам, Вадим. А, еще патроны кончились, неплохо. Ой, блядь, где этот проход, сука? Да, да. Этот танчик говна, блядь. Ну что, выключаем? Видишь, вот это, блядь, не смеет, просто генерация говна, ну, блядь, нахуй так делать? Некуда класть. Да что, пик врагов, да хуя, блядь, а это даже не тот путь, который нужен. Пойми теперь, где этот путь, этот сука, давай. Блять, полезно нахуй, сука, да. Вот эти тут штуки, блин, вещи, блин. Блять, это нихуя, вот, блять, это... Ненавижу вот эти, блять, сука, просто хуй пойми, блять.
полная, блядь, помойка, нахуй. Куда? Чего, блядь, хуй пойми. Да уж, пиздец. Это все открыто, как бы, блядь, перехода не видно, сука, очень, блядь, удобно. Это вообще начало странно, блядь. Некуда класть. Эти нейрологически, блядь, даже не понимают, где это проходит. Хотя он уже отмечен, якобы, на качо, блядь, нахуй. А то есть, да, как бы он там посчастливил, сука. Тут какой-то закуток есть. Выхода. Я хуевал, пойми. Вниз, вниз, опять там тупик этот будет. Как же у кого? Или может, а, или да, или нет. Надо было по левой просто заявлять, пиздец, много нахуй, да. А чё, сука, по левой? Run!
Награда нормально. Да блять, заебёшь. Стрелки ещё, ёбаная это. А, ну пизда, отключился, да? Эй, пентамечик, сука, пидорский. Сейчас, секунду. Где там был этот шлем? Заюзать. Я с тобой дал на среднем цене перекатов. Бэм. Вначале? Взрывает. Вот он. Сука. Враги могут быть рядом. Побочный данж атака. Эди нихуя. Алава, блядь. Да, стабильность. Полетаешь,
Блин, есть эта хуйня с опциональным, не опциональным данчем, блядь. Ну, по-моему, не так сложно сделать пометку побочный данж или основной, ну, ну ладно. Хоть и цинковку добыл нормально. Хоть и цинковку на прокачку брони добыл нормально. Точно опять не побочный. Обычно побочный. Понимаешь, что генерация ебаная. Сам на месте нахуй стоишь. Тебе говно летит, блять, просто вот въебало нахуй. Да я вообще-то перекатился. Там какая-то фиолетка была, я видел. А я не вижу эти, не. Лом. Вязка какая-то. Поймал лицо пуст, так коррозии почти. Это ты? Да, встал под прицелом. Это да, это база, блядь. Вы теперь прицелом. Радиация поймаешь, вот так. Уже давно. Ага.
опять наш любимый тошнило. О нет, мы все же к нему вернулись. Ну теперь-то все будет по-другому. Как дела? Блять, меня ты как задел, сука. Ладно, анимация у нее немного. Чего ты вообще умер? От сосичи? Ладно, невнимательность момент около трубы постоял. Это как ты умер, не взял, значит, тебя воскресить даже как будто тебя. Ну, если атака две стрелки вверх, то нормально. Значит, чё, да. Ебанулся, блядь. А, да. Чизер момент опять. Но выход-то в другую сторону. Хотел на... Да, на... Личка вставить. Бен.
Погодь. Так. Илюшка, что-нибудь кроме Pathfinder может играть? Нет. Ой. Что? Молчало, блин. Ну. Проект 666. И даже больше, чем 6 часов, Dark Souls 3. Аргумент. Надо вставить, надо тайгоц. Эту палку надо вставить туда. Просто я помню, еще одна есть палка, которую можно сюда вставить. А тогда понятно. Впрочем, Нева, тебе так же может. Итак, чем могу помочь? Я буду ладно, тебя это, ждать. Видимо, я хуй знает, если там собачник заспавнился. На другом месте. %35 Вставляй! Оп. Let me. Давай, агри его, пинай его. Агри, ты от захода, блядь. Интересное тут дитя. Я видел узор на ваш дом, на это нас ты ищешь. Он отправит тебе ключ, знает, что тебе нужно. Лучше тебя. Предупреждаю, в любом случае. Вот он, мир. Кроме того, принеси мне его сердце. Спесивый ко мне, нарушитель! Ты добудешь мне сердце. Я чё сам дерись, блядь, я так. Леонида, блядь. Понятно. Ну блин!
У меня с пистолета пропал этот почему-то перк. Нет, нет, давай. И с пистолета у меня. Пистолет, блядь, дефолтный поставился зачем-то в второй слот. Да, это, кстати, баг хуёвый. Это, наверное, так и было, насколько я помню. Ну, блин. Чем ты камень трогать? Ну, чтобы перк зарядить заново. У меня ноль. Сейчас опять будет та же ловушка скриптовая. Да вообще, атака защиты минус одна. Да ладно, точно, прикачан. Чё, интересно говорить, чего это? И каждый раз себе перка... В сердце, надеюсь, что ж... Да блядь, нет. Подпреди в портал, неси с собой уверенность. Сердце у тебя, это просто, что ж... Это просто невыносимый. Ко мне, нарушитель в нашем доме. Он меня не впусть не выпустил. Ладно, хочешь по-серьезному, будь по-серьезным. Сухи, я еще будет танчевший балом, серьезного. Сердце у тебя это просто невыносимо. Ко мне, нарушитель. Thank you.
Да блин. Ну да добей, пожалуйста, шарики. Оп. Да это добью только вот. Мысли, а почему так произошло? Бессмертный король? Механика? Таких его пассивки оружия, работать на нем самом, как так, блядь? Он сосет. Вот. Зачем? Кушай. Почувствовал. Тебе осталось. Я. Могильщик, а где перки? Ну бить с короля перки. Делай. Критический урон. А у меня как раз на шанс крита палач, и это крит. Прикольно. Ну не надо меня убивать, я качаюсь. Ну а. Не надо так делать. Я каразин. Не надо. Тихо. Шли. Ну, сочный бой был, конечно. Ну, в смысле, ну, ты на болоте, как ты и мечтал. Мечтал, блин. А, да? Ну, ты же хотел попасть на болото, а почему ты не смог? Сюжеты, видимо, как-то это не открывается чем-то. Ну ладно. Ай. А в копе оптимизация получше. Не знаю, как вообще... Как это работает? Никто не знает. Я вообще до высоких просто снизил. Блядь, заебали постоянные дропы. Я, по-моему, когда первый раз я проходил, я вообще на 10-60 я проходил, вообще не отличается, на какой виде играть, блядь. 10-60, что на 20-60 одинаково приседает одних и тех же места. То есть
ультравайт нормально так сжирает. Да, такие разницы особо никакой. Что так приседало, что тут приседает. Нет, сейчас все нормально, в примере. Заспавнится, поспает с охуенными Resident Evil 5 с комарами, так сказать. Я хочу черепков, черепки, потом вернемся на базу. А еще ты говорил мясника, ты тут заставишь меня почувствовать. Да, мясника бы тоже надо. Чем подвального сразу. Некуда класть. Сзади опасность. Одна из самых полезных колец в игре. Пожирающее кольцо. А чего? Удар до 5500 шансов нанесения 4-кратного урона. Ну это 5% как бы. Нихуя 4-кратный, алё. Ну это 5%, это как гач крутить. Да, ничего что, блядь, если ты стреляешь там постоянно эти 5%. Ну пиздец, то есть ты стреляешь реже, чем крутишь, я понял, блядь. Ну хотя, если это какой-нибудь Томпсон, ну в принципе, да. Ну конечно, там не так, ну как бы, да, крики там будут, но если чего-нибудь более такого мощного, повезет.
Пиздец, Вадим такой, крутить 1.6 гачек, блядь, да. Стрелять, блядь, просто по КД и тут 5% выбить. Ну что-то как-то несерьезно. А что, не 30, что не 50, да? Я почти всю игру с ним бегал на первом персонаже. Молодец. Ну, у меня чисто там снайпер на криты был. Вот бегу я, отвлекся кто. Давай дойдем до алтаря, я это покушаю. Говорит, дойдем, в итоге вообще где-то сам далеко. Классика. Ой, ему господи. Эй, где связи, блядь, мой ты? Кстати, это... Все-таки Capcom, какие молодцы. Такой импакт от оружия сделали. Даже с первого пистолета приятно стрелять было. Да хуй, да? А сразу мясник. Ну ладно, никто не нагмает. Ещё хочу того босса, того самого гигашлёпа, ракала, жука, ну, да. Фантомов создает и стрелять. Мы же уже фантомаса какого-то побеждали, который размножается делением. Ну, типа, нельзя и нет, не помню точно. Так, надо всё-таки ХПшечку качать немного у бабки. Ты же в курсе, что посреди гор я надеялась это в прошлом. Я бы туда не совалась. Вдруг эта штука тут не задержит. Береги себя. Теперь хотя бы 5 хилок. О, бабка! Так, ушел. Ну, мне нравится восьмерка. Наконец-то. Не хватает. Постой. Осколок дракона. Ты в своем мире сначала это сделать, я не понимаю, но ладно. У меня не было симулякра, вот. Я только вот в попе получил его. О, мали, больше хилок. До встречи. 8, красивая цифра, 9 уже отстой. Пиздец. Алекзительная восьмерка, знаешь? Да, папа самый любимый. Как раз он вам посмотрел, даже не знаю. Или вы спятили, или... Ой, блин. Зачем мне сюда? Мне сюда и надо. Уважаемый. Все, закончили.
А, Энт уничтожен. Здорово. Ну ладно. Че тут песня мечей? Ауру, которая движется вместе с ним. Повышение всего урона на 10%. Хайпово. На пистолет можно поставить. Опустошитель. Мгновение. А, вот пустынный череп, да. Или песня мечи. Блин, такие перки классные. Ага, иди уже. Чё, смешарики, типа, не актуально уже получается, но... Блин, так классно выглядит. Пистолет с тем модификатором, прям. Пушка. Винтовка короля, ты что-то не скрафтил? Скрафтил? Уважаемый. Ну, она... Надеюсь, плюс 5, Вадим, плюс 5. 10, 5. Хорошо, плюс 5. Все, плюс 5. Ровно 38. Как моя температура. Окей, я счастлив. А броню надо поднимать? Сейчас, наверное, нет. 12 тут. Пока. Ну ладно. Такая классная херня. Скорострельная к тому же. Офигенно. Свичная немного стрелевая. Ладно, я все. Да-да. Я поем. Приду, короче. Все, давай. А это? А мне выходить или здесь останемся? Выходи, выходи. А. Иди уже.